слышали ваши выступления, предваряющие ваши концерты. И действительно, это великая традиция, можно сказать, это эпоха, которая создана вами. Сегодня тот концерт, который мы подготовили, вполне можно назвать музыкальным приношением мастеру, учителю, человеку, к которому мы преклоняемся. И в то же время он продолжение того праздника, который уже прошел в Большом театре, где был юбилейный спектакль. И, наверное, вот эта преемственность столь естественна, если вспомнить некоторые детали вашей биографии. Я не буду перегружать этот рассказ деталями, но одно, наверное, не упомянуть невозможно. Премьера «Спящей красавицы» Чайковского в Большом театре, очередной постановки, точнее, была доверена студенту Московской консерватории Геннадию Рождественскому. Еще на студенческой скамье он вошел в Большой театр, а дальше стал его художественным руководителем, главным дирижером. Действительно, вот Московская консерватория и Большой театр в этом отношении оказались с вами спаяны вот такой замечательной нитью. Но оркестр, который за вашей спиной, это тоже ваше детище. Это оркестр, который Геннадий Николаевич Рождественский, как профессор Московской консерватории, как заведующий кафедрой оперно-симфонического дирижирования, создал для того, чтобы молодые дирижеры имели возможность не только подбарояли в классе, а за пультом настоящего оркестра, потому что сейчас этот оркестр действительно удерживает любую конкуренцию с оркестрами Москвы и по своему репертуару, и по уровню. И, конечно, вот именно сегодня именно этот оркестр, за пультом которого будут именно ваши ученики, это, наверное, то скромное музыкальное приношение, которое мы можем себе позволить. Но действительно, это эпоха. Геннадий Николаевич, это эпоха не только в России, это во всем мире, поскольку очень многие оркестры, самые важные оркестры мира, радовались тому, что в их биографии вписана страница, где главным дирижером был Рождественский. Ну и здесь также очень многое было связано с теми вашими удивительными включениями музыкальной жизни, которые, наверное, никогда не забудутся. Ну, допустим, 15 лет назад здесь на этой сцене премьера вашей оратории на слова Алексея Михайловича Ремезова, которая тоже была совершенно неожиданным и совершенно незабываемым подарком всем нам. Ну, а сегодня, для того, чтобы как-то и в вашей памяти запечатлелась эта встреча со всеми, кто вам предан и кто вас любит, позвольте мне вручить вам приз Московской консерватории, символически из чистых металлов, серебра и золота, потому что тут все символично. И большой зал, который вы легко узнаете по его порталу, и орган, который за вашей спиной, ну и та символическая лестница в небо, которая представляется в виде клавиатуры. Ну, позвольте именно это и сделать сейчас под аплодисменты. Оркестр, с которым я много раз сотрудничал,
большим удовольствием. Последний раз это был вечер из произведения Сибелиуса, доставивший мне очень большую радость, очень большую радость. Хочу поблагодарить моих коллег, моих учеников, дирижеров. Существует латинская пословица, которая гласит: «Обучая, мы учимся». Это очень мудро. Действительно, трудно сказать, чему больше, что перевешивало в моей более чем полувековой работы в стенах Московской консерватории. Учительство или ученичество? Я думаю, что 50 на 50, но это может колебаться. Может быть, 48-52, в какую сторону, не скажу. Еще раз огромное вам спасибо. Жду вас на других концертах юбилейного сезона. Спасибо.